Так, попробуем сейчас выпустим малыша. Как он будет бегать, прыгать. Ему, конечно, уже по возрасту 10 лет будет. Вот. О, пошел. Зайсан и Мишка стоят. О, 1 января, мороз минус 30. Снежок такой выпал. Слегка. Малыш отдохнул, 4 дня под седлом не ходил. О! Давно он не бегал уже. Здесь у нас жеребчики стоят. Пошел. К себе туда пошел. Сейчас он оттуда как стартанет. Малыш! А? В общем, всех поздравляю с наступившим новым 2023 годом. Желаю всем благополучия, здоровья, успехов, чтобы все задуманное получалось. Стоит. Слушай, сейчас оттуда стартанет, он любит оттуда стартовать. Копыта надо расчистить ему. Задние нормально, а вот передние. О, о, о! Давай, давай! Поработай на камеру! Ух! Давай! О. Попрыгай, попрыгай, давай, давай, давай! В общем, что касается жеребчиков, вот он стоит, данный жеребчик. Кличка у него Черный Принц, 710 номер тавра. Возможно, он от малыша, но это не точно. Ну, по внешности он похож на малыша. По телосложению, по форме головы похож. И еще один похож есть на малыша. Вот он стоит рядом. Вот этот. Вот этот. Жеребчик сбоку. Это у нас в этом году такой овес. Вот. Насыпаем, получается, овес. А он перемешан с сорняком. И вот лошади овес выедают, а сорняк остается. Ну и примерно процентов 25, наверное, такого сорняка. Чё ты лезешь? Черный принц. Вот он ласковый, один из всех такой. И вот. Вот так вот остается. Потом я это выгребаю, насыпаю овцам и свиням. Тянет меня.
за куртку играет. Вот такие дела, вот так. Сегодня минус 30, но чувствуется так вообще прям нормально, спокойно. Ну, как бы воспринимается погода. Не холодно. Ах. Батя поставил воду напоить его, а он будет сначала минут 10 нюхать их, потом, может быть, будет пить, потому что эти ведра стояли у баранов, все баранами пахнет, он потихоньку начал пить, и постоянно так, а бывает поставишь, знаешь точно, что он хочет пить, но не пьет. От ведра какой-то запах есть, все. Не доверяет. Вот есть его на ведра, его. Вот с тех ведер он пьет. Сейчас холодной воды попил, опять начнет прыгать. Красавчик. Красавчик. Продолжаем. У нас идет снег. Делаем трап, эстакада для погрузки лошадей, коров, свиней, овец. Универсальная. На такие автомобили, как Газель, КамАЗ, ну любые другие. Почти готов трап. Осталось заварить эти две боковины. Опа. Вот так выглядит это все. Два листа есть, их не хватит. Еще надо будет где-то искать материал. Все, порядок, в общем.